Всем привет! Здесь мы с вами будем водить вот такой вот полицейский минивэн на вот такой вот интересной дороге. Если, опять же, эту дорогу можно назвать дорогой. Так, нам тут надо проходить вот такие вот чекпоинты. Так, застрял тут. Всякие предметы нам будут на дороге мешать. Ой-ой, трубы. Да. О, так, тут какая-то бочка. Интересно, конечно. Что здесь вообще происходит? Так, ладно. Так, я, походу, приехал. Так, у нас тут уже какой-то другой минивэн. Ладно, поехали. Вот тут какие-то эти тележки стоят. И здоровые прям. Практически размером с эту машину, с эту мою. Офигеть. Конечно, разработчики тут что-то намудрили. Тихо, тихо. Так и не понял, где колеса. Странно. Забыли колеса дорисовать. Так, что мы там успеваем, нет? Вроде да. Не врезаться бы, не упасть бы. Ого, сколько там бочек стоят, ничего себе. Понаставляли тут. Придется их как-то объезжать. Так, сюда. Так, тут проще вот так вот сделать, да и все. Не париться. Так, и снова новая машина. Так, ну это уже не похоже на полицейские, просто обычные минивены. О, вот это у него зад подпрыгнул. Не перевернулся. Так, какие-то мешки. Так. Так, где там? Ага, вот. Вижу финиш. Так. И снова новая машинка. Тут, в принципе, каждый уровень новую машинку дают. Круто. Она еще с колесами была. Было вообще идеально. Так, ого. Такие узкие подъемы подряд идут. Так, опасно. Тихо. Как прям лежачие полицейские. Похоже чем-то. Какие-то камни здоровые. И это все приходится объезжать. Теперь бревна лежат. Так раскиданы. Ладно, тихо.
Так, это что такое? Теперь мусорные баки, блин, размером дома стоят. Я себе. Смотрите, насколько они больше, чем мой минивэн. Так, где там финиш уже? И вот мы наконец-то приехали.